І окна побіти дуже окна, а там да, окна тоже чині. Меня зовут Стуковенко Анна Сергеевна. Я проживаю в Большой Долине, Одесской области, Суворова 7. У меня вот в начале июня загорелся дом, и там видно было неисправность электропроводки, сгорело там пол дома, и ну, многие вещи погорели, техника бытовая. И, в общем, у нас теперь с детьми негде жить, мы вот пока что временно живем там у знакомых, и вот и нам очень нужна помощь вот материально, чтобы сделать ремонт в доме, потому что там ну как нету ничего теперь, и стекла все выбиты, газа, света пока нету, ну в общем. Кому ты уже обращалась? Я обращалась пока что только в Овидиопольск и в сельсовет. И не, не сельсовет, а в райадминистрацию. Райадминистрацию и в, ну да, и в Большую Долину сельсовета. Что тебе сказали? Ну, ну как, я на письме написала заявление, они мне написали, что в бюджете не предусмотрено в Овидиопольском, там, на вот... На райадминистрации? Да. На... А поселковый? Поселково, они еще, мы еще там пока ответ не получили. Там сказали, что можно получить не больше там 1000 гривен, так вот. И в общем, у нас сейчас, да, такая ситуация, что да, трое детей маленьких, и мы как обращаюсь просто к властям, чтобы помогли вот нам как сделать ремонт. Ну, чтобы вы могли вернуться в дом, чтобы правильно? Мы могли, да, вернуться в дом, потому что да, нам пока уже... тепло, чтобы сделали ремонт.